самым главным вопросом, который стоит перед партией коммунистов, который больше всего привлек к себе внимание на последнем партийном съезде, является вопрос о крестьянах-середняках. Естественно, что первым вопросом задается обыкновенно, что такое крестьянин-середняк. Естественно, что партийные товарищи рассказывали не раз, как в деревне и спрашивали, что такое середняк. И на это мы отвечаем, середняк — это такой крестьянин, который не эксплуатирует чужого труда, не живет чужим трудом, не пользуется ни в какой мере, никоим образом плодами чужого труда, а работает сам, живет собственным трудом. Таких крестьян было меньше, чем теперь при капитализме, потому что большинство принадлежало к совсем нуждающимся, и только ничтожное меньшинство, как тогда, так и теперь, принадлежало к кулакам, к эксплуататорам, к богатым крестьянам. Средних крестьян становится больше после того, как отменена частная собственность на землю. И вот, со средним крестьянином советская власть твердо решила во что бы то ни стало установить отношения полного мира и согласия. Понятно, что средний крестьянин не может сразу встать на сторону социализма, потому что он твердо стоит на том, к чему привык, осторожно относится ко всяким новшествам, проверяет сначала делом, практикой то, к чему его зовут, не решается изменить свою жизнь, пока не убедится в том, что это изменение необходимо. Именно поэтому мы должны знать и помнить и проводить жизнь, что рабочие коммунисты, появляющиеся в деревне, обязаны искать товарищеских отношений с средним крестьянам, обязаны устанавливать товарищеские отношения к ним, обязаны помнить, что трудящийся, который не эксплуатирует чужого труда, есть товарищ рабочего, и с ним можно и должно достигнуть добровольного, полного искренности, полного доверия союза. На всяческие меры, которые предлагает коммунистическая власть, надо смотреть таким образом, что они являются лишь советом, указанием среднему крестьянину, предложением ему перейти к новому порядку. И только совместной работой, испытывающей эти мероприятия на практике, проверяющие их ошибки, устраняющие возможные ошибки, достигающие соглашения с средним крестьянином, только такой работой будет обеспечен союз рабочих и крестьян. В этом союзе вся главная сила и опора советской власти. В этом союзе залог того, что дело социалистического преобразования, дело победы над капиталом, дело устранения всякой эксплуатации будет доведено нами до победного конца.